ночному. Останки на что от слова останки. Навстречу горбатая старуха с клюкой, изящная игранки. Песцовское место, бывшее кладбище самоубийц и колдунов. Смерть прошла мимо, не сегодня ждать демонов. Ая! Обрадовался и поехал к музею революции, к черному коту. Он гуляет по Тверской, в полночь его заметно по хвосту. С ним прошлись над перекресток Сухаревки. Вот она башня, холодно. Колдун Яков Брюс сегодня продолжает плавить свинец в золото! В золото! В золото! Из окон вылетают железные птицы человечьим оскалом. Чернокнижник раздражен, он послал нас чертовым матом. Видимо, нет у него настроения. Обиженного вождя Иосифа Сталина, по указу которого искали клад, и его башня стала развалиной. Срекинки и дерево переулка капкана. На стене углового дома разрослось сырое пятно с великана. Черная тень сошла со стены, и мы бродим по старой Москве, пугаем встречных прохожих. Листья падают, думаю я себе. Ни хрена себе, думаю я себе.